Здравствуйте, а вы уже читали свежие газеты? Предлагаю обсудить самые интересные публикации. Кукису Умчору 85. Афишу масштабной праздничной программы по этому случаю опубликовали в Хибинском вестнике. Из неминуемых мероприятий кировчан ждут спортивные соревнования, выставки и аттракционы. Пройдут также показательные выступления пожарной техники, а не только подвыпивших отдыхающих. Изюминкой праздника станет рок-фестиваль «Тундра Оупен». Список участников многообещающий. Только вслушайтесь в название групп. Двойной Нельсон, Михаил Инструктор, почтовая служба Бангкока. Ощущение, что организаторы учли не только разнообразие музыки, музыкальных предпочтений, но и возможных состояний меломанов. Вот, например, джарива для тех, кому к началу концерта уже будет и джа, и рива по колено. В Апатитах за одну ночь задержали сразу несколько нетрезвых водителей. Отдельные происшествия из этого списка освещены на интернет-портале Хибинформбюро. И это при том, что недавно наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения значительно ужесточили. Автор статьи даже предположил, что такая сплоченная и дружная пьянка – некий ответ тайного общества синей езды на усиление запрета. Но, возможно, злой умысел тут и ни при чем. Узнав об изменениях в законе, нерадивые авто- и алко-любители могли по привычке просто отметить это событие. Просветление отменяется, сообщает Хибинформбюро. Как вы уже, наверное, поняли, речь идет о недостроенной буддийской ступе, расположенной на 4-м километре Апатитско-Кировской трассы. Вообще, вся эта история с возведением самой северной в мире ступы просветления какая-то темная. Сначала ярославская буддийская община с непроизносимым названием отозвала доверенность на право предоставления ее интересов и, соответственно, строительство святыни. Затем и Министерство природных ресурсов открестилось от экзотического строения. В итоге делом заинтересовалась прокуратура, и ступу признали незаконно установленной. В общем, совсем не по-буддийски получилось. Что дальше будет с монументом и как теперь Кировско-Апатитскому району получить просветление, Кришна его знает. Дважды два приглашает всех посетить мастер-класс под названием «Имидж. Модель для сборки». Участникам встречи обещают помочь разобраться, из чего в принципе складывается имидж, как им управлять и понять, какое впечатление вы производите на окружающих. Последнее, конечно, не всем понравится, но, думаю, сходить стоит. В «Титане» пройдет детская театрализованная программа «Здоровое лето», сообщает кировский рабочий. Спортивные состязания, игры и конкурсы проведут на свежем воздухе. Затея хорошая. Главное – одеться потеплее, чтобы «Здоровое лето» не довело его участников до больничного. Все это и многое другое уже подписано в печать. На следующей неделе ждем новых публикаций.